Ох, я не знаю, как я это выжил, конечно. У меня же из ХП было, блин, каких-то 60-70 и 10 регенерации. Ну, кстати, этого крабика почти убили, который за нами ползал. Расписал более развернуто, если вкратце, то учеба. Это правильно, программирование сварочных роботов. Сказали, что я за 2 недели все тонкости выучил. Так, мобилизация, слава богу, меня не коснулась, так обучаюсь. А, ну еще и, видимо, отрасль у тебя какая-то крутая. Ну, Грац, что? Изучать в экстренном темпе что-то нужно, это здорово все равно. Ну, давайте смотреть демона. Я бы еще поиграл на персонажей, у которых с критами дополнительные материалы, да, Лутай? Там же есть какой-то перс, у которого плюс 100% крит шанс. Я, правда, не помню, где. Кто? Теперь можно за него играть и выигрывать, находя специальный этот. У кулаков, что ли, крит хороший, нет? 15 крит удара у стрелка, кстати. Ну, дача это с крит-шансом никак не связано. Нет, стоп, разве нету? Урон за каждые материалы, свинкопилка, скорости. Дикарь с примитивными. Блин, разве нет такого перса, у которого в какой-то где-то 100% критует что-то? Крит у психа? Ну, он на ножах играет, поэтому да, он... 75 скорости атаки. На старте вы получаете кулаки. Да сейчас я посмотрю демона. Сейчас посмотрим. Подождите, я просто пытаюсь вспомнить. Кто критовать нормально умеет? Мутант, может? Не, ну... За призрака критовать полезно. Блин, походу никто не умеет критовать. Ближний бой за каждый параметр скорости. Мне тоже кажется, что кулаки дают крит, по-моему. Да, удрачуна, да? Ну, ок, ну ладно. Давайте демона смотреть. 50% ваших материалов в конце волны преобразуются в параметр... Причем в конце волны, ага. Ну, так тут ну надо призрачный скипетр, очевидно, брать, чтобы ХП накачивать. Успеет ли хотя бы единичку полутать? Не успел. Плюс 2 за монеты. Интересненько. Ну хотя бы обмен за монеты, да? Сбор. Какие-то новые прикольные вампиры. Да, это очень крутой вампир. Лайк. Прям супер сильный. Супер интересный. Надо все в экономику или что, или как, или что делать-то? Как это играть-то? Двустволки соберу, ладно. Что дают, то и беру. Минус 2 максу З, минус максу З брать выгодно, наверное. Правда, я сейчас сдохну, да? 6 скипетров, ага. Ну, главное не нарваться сейчас ни на кого. Блин, вообще минус 2 макс хп за 7 урона. Это минус 4 макс хп за 7 урона. В итоге получилось у нас. Так, плюс 2. Плюс 2 это мало. Блин, посох брать было ошибкой. Давай удачу набирать. Какую-нибудь регенерацию, броню. Урон в дальнем бою возьму. Пока, наверное, ничего больше не брать, хотя...
Ноль хп сейчас будет. Ну один. Звучит отлично. Сумка. 20 материалов при ящике. Это плюс 2 макс хп. То есть оно тоже окупится как бы. Ничего, больше ничего купить не смогу, да, видимо. Все фишки на фармы от хил с материалов. Ну, что-то типа того, наверное. Девять хп. Ха, 9 макс УЗ. Это самый бесполезный стат, но поскольку он... Или наоборот, самый полезный. Потому что для меня это еще и деньги. Ха, я что-то не знаю даже. Посох не дает хп, с чего бы дает. Просто не добивает, походу. Да, вообще, наверное, самый полезный, если задуматься. Блин, ну, урон... Сбор... Он в ближнем. Я в ближнем как раз не хочу играть. Мы сборы возьмем. Челка. Жижа. Ножницы. Сколько у меня хп? Где я могу вижу вообще здесь, да? Значит, ножницы. Какой-то посос за 6 хп. Пусть не качает, потому что двухстолки фраги стилят. Ну, в основном, да, скорее всего. Линзы, наверное, надо взять. Ну вообще не, я возьму эпик просто, чтобы у меня был хоть какой-то урон еще. Что это за перс? Это демон. У него все деньги, собранные в конце волны, преобразуются в максимальное... Вернее, 50% денег преобразуются в максимальное здоровье. Очень странный, но... Кажется, не убью я этого. А ведь взял пушку ради урона. Да, зарип. Ладно, нет, что-то говно, а не забег. Так, новый забег. Все, кал. Я предлагаю начать с поджогов каких-нибудь. Ну или, блин, топор еще куда ни шло. Топор, нож, но не посох. Посох, посох полный отстой. Честно говоря, мне кажется, палочка топ. Давайте с топором попробуем. Топором хотя бы попадать проще. Ну и процентный урон качать неплохо. Оп, 1% есть. То есть я убил больше врагов, чем со скипетром. Быком играл, я быком выигрывал в первый же раз, когда я за него зашел играть, поэтому... Да, больше я на нем не играл. Просто беру какие-нибудь обжатские штуки. Факел даже возьму. Стихийный урон. Хочу попробовать стихийный урон собрать не на магии. Ни разу этого не делал. А может это? А может норм? А вдруг норм?
Топор уже ничего не убивает. Взяли, блин, оружие. Там риоты выпустили, чё, видос про ротацию? Да, мне насрать на ротацию, я же не играю в ранки. Блин, ну сюрикен за один, типа, круто, дешево. Плюс 2 стихии на урон, минус 1 макс за кипящая вода. Эх, попробуем. 3 хп. Дальность, броня, уклон, урон. Баранья. Дубинка, кактус за 4. Не, дороговато. Минус стихийный, не. Надо хп копить, у меня 5 пушек есть. Получается, у меня 2 этих штуки. Ау! Хорошо, что выжил каким-то образом. 2 брони есть. Турель. Пускай будет. Дальнем инженерия, стихийный. Давай стихийный попробуем еще. Блин, да сколько можно-то? Стихийного урона. Слушайте, а ведь ему свинка-копилка жестко подходит, потому что он не тратит деньги в магазине. И потом начинает волну уже с еще крутым процентом. Жесть, на нем свинка, наверное, имба. Ну, 7 хп, конечно. Опасненько. Слоненок. Урон от... удачи, но минус стихийный. Нет, я хочу от стихийного поиграть. Разобрать. Зуб. Зуб всегда, наверное, хорошо. Стихийный плюс 2. Неплохо. Хамелеон. Уклонение в неподвижности. За 8. Да пошел ты нахер. Опять беру. Я что-то устал вот эти штуки собирать уже. Давай тебя еще возьмем, сюрикен. Да, очень нужна бы свинка. У меня хп 8. Да. Минус. Я еще жив. Фрукт. Фух. Сбор на нем, наверное, прикольно. Блин, как они ему вообще балансят? Он вообще балансный или нет? Хейный урон. Огонь разгорается быстрее. У меня есть огонь при помощи факела, но... залочить эту 8, это что-то очень дорого. Это минус стихийный урон. Давай. У меня всего 2 стихийных оружия, это проблема. Да, нужна змея и этот...
И колбаса. Колбаса и змея сейчас нужна, потому что, чтобы я любыми пушками мог поджигать врагов. За это еще одна доп. Покупка, ну, наверное, не знаю. Блин, 10 монет, это один Макс ОЗ, мне нельзя реролить. Стеклопушка. Проба, блин, нет. Странно, змея и колбаса. Нужно, нужно. Че? Может, удачу качнуть? Не, наверное, нет. Змея и колбаса, пожалуйста. Бля, турель можно взять, но я инжу не собираюсь качать. Пробивающие пули просто сильно. Электрозаточка. Продать нахрен топор, хотя он все еще уешет, проценты 2 накач. Сбор на нем не очень, сбор на нем прикольно звучит, но... Я думаю, я залочу не буду пока брать, иначе сдохнуть можно. Заточки вроде довольно сильные. Хоть и первого уровня, но... Этими молниями пускаться прикольно. Я не хочу пока брать удачу. Не, блин, зря я залочил турельку. Я же не пойду в этот. Это просто трата денег. ХП. Трата ХП. Вообще на нем реально все, что на нем нужно, это копилка и 50 регенерации. И все, и бегать. То есть такой довольно миролюбивый класс, как мне кажется. Этот демон. О, инженерия плюс 4, типа, эй, ты залочил пушку, возьми инженерию. Ладно. Лет мины, сюрикен еще. Да хватит мне сюрикены пихать. Хорошо, что я усилился по урону сейчас. Это же волна, в которой надо врагов убивать. Надо было и сюрикен тоже взять. Это же 9-я, как я не подумал об этом. Ай, да ладно. Ну ладно, это был первый трай, можно сказать. Так, новый забег. Еще раз демона пробуем. И я хочу через факел. Нет, заточка. Факел, заточка, факел, заточка. Who the fuck needs факел? Вообще. Шокер и через сбор играть на поддержке. Шокер слишком слабо, не убивает врагов. Электрозаточку, поехали. Палочка, вот палочка, ну, интересно звучит, но... Мне больше всего из стихийных оружий нравится заточка. Типа, аж клево. Броня, кража жизни, уклонение... О, давайте со сбора начнем в этот раз.
Заточка. Нет. Сумка. Ранние ножницы неплохо, тем более это точное оружие под заточки, плюс крит шанс сойдет. За 4 хп одну броню, это же вообще жесть. Вообще 3 хп равняется одной броне, если на левелапе смотреть. Так что 4 точно нет. Палочка и пара шокеров для замедления. Ну, шокеры прикольно. Под стихийный, если я хочу попробовать урон. Не, ну, мне в прошлый раз столько стихийного урона шло, что неудивительно, что я в него пошел, да, а так. А, не успел дерево сломать, жаль. А, ну ладно, стихийный так стихийный. А, удобрение берем. Зуб. Блин, рогатка всего за 2. Типа, синяя пушка всего за 2. Объединить заточку, он будет чаще молнию. Нет, так крит шанса меньше. Вначале, чем больше пушек у тебя, тем лучше. Бонус опыта за 3. Прикол демона в том, что на старте у него 10, и ты можешь купить сильный старт. Ну, в том числе. Еще сбор, поехали. Ну давай. Все это кал, скип. Единичку скорости атаки ты набьешь или нет? По-моему, нет. Крит удар 7%. Эпик, дают эпик, бери эпик. Регенерация, вот что супер нужно ему. Супер нужно. Мастерство. Змея! Очень мало хп, надо чуть-чуть подкопить. Так и сдохнуть можно. Пока что змея бесполезна, я ничем не поджигаю, но... Успел коробку забрать, найс. Уточка минус стихийный урон. Ну ладно, единичку можно ради удачи потерять, наверное. Не разбирать же просто так. 3 хп. Стихийный урон за 4, блэд. Че ж так дорого-то? Факел взять. Сбор взять. Еще сбор с ладошки взять. Всего за 3, оно окупится очень быстро. Три хп это, ну, по сути, 30 монет. Правильно. Ну, 60, но, блин, плюс 6 сбора, это круто. Потом, естественно, ладошку продадим.
как же ему нужна свинка-копилка. Мне кажется, он просто имба со свинкой. Я возьму скорость, наверное. Макс ХП, хотя лучше было бы, скорее всего, да. Сегодня впервые попробовал облачный гейминг, по твоему совету. Я офигел от того, что меня не лагает, я как будто играл с компа, но при этом на телефоне. Сегодня 10 часов задротил, очень понравилось. О, прекрасно, я рад. Правда, у нас уже закончилась партнерская интеграция, но, надеюсь, будет еще. Надо броню забирать. Лягушонок, дальность сбора. Ну, сбор плюс 10. Не, наверное, факел. А как это вообще будет работать? Мне кажется, нет. 4 хп. Че факел вообще? Второй уровень, первый. 10 на 4 урона, 8 на 3. Змею я же взял, да, чтобы огонь распространялся. Хорошо. Сойдет. Легкие, регенерация, да. Регенерация, стихийный урон, регенерация минус враги. Охренеть. Слушайте, уже серые итемы нельзя покупать. Надо эпические брать. Это очень невыгодно. Глаза пришельца, за хп можно разбрасываться. Блин, скипетр, ну, не, фигня. Вот этот можно взять. За 3 восстановление хп с расходников нормально. 8-я волна, кстати, сейчас надо усилиться по максимуму, чтобы справляться с врагами. Отличный гейминг, крутой, я, правда, 3 часа в очереди стоял. Ну, типа... Бесплатно, да, сейчас он еще очень сильно популяризировался, опять же, за счет Геншина, и поэтому... Не удивляйтесь, что там очереди выросли, кто раньше пользовался бесплатно. Сейчас, конечно, тяжело, только, ну... Сейчас, конечно, только платно нормально получится поиграть, скорее всего. От ладошки надо отказаться уже с этим сбором ненужным. Блин, сбор. Скорость атаки мне на самом деле нужна, наверное. Всем нужна. Так. Мы берем заточку. Блин, призрачный камень, наверное, качнем. Продаем ладонь. Берем заточку. Двухстволка за 21. Ха! Нет, спасибо. Стихийный урон плюс 2, минус склонение. Удобрение, минус урон в ближнем. Давай возьмем. Шестил брух, экономию вы надзуме на предмет сундуков. На скрип 20 круток. Ничего себе, ты играться. С моего доисторического телефона это реально единственный способ поиграть в Геншин, когда я не дома. Но теперь с подписки норм не поиграешь. Да, теперь сложновато будет. Зуб у меня нету, но я его не хочу лочить. Все, 27 хп, я думаю, мне на эту волну более-менее хватит. И силы тоже более-менее хватает. Ну, я, конечно, думал, что факел вообще самый бесполезный итем ever, но когда тебе нужно хоть какие-то предметы на горение,
Тебе не приходят там всякие палочки. В итоге тебе просто приходится отыгрывать милишником. То факел оказывается не так уж и плохо, да и цифра горения у него сильная. Скорость атаки, макс З. Скорость атаки. Утилизатор за 6. Больше материалов за разбирание в будущем. В принципе, можно. Огонь разгорается быстрее. Фу, как же это дорого, это хирургия, но я возьму. И это возьму. 30 хп мне пока вполне хватает. Сколько горения наносит? Горение наносит сколько на пушке написано. 16 урона 4 раза. Блин, ну дайте копилку, пожалуйста. Это самый нужный предмет демона. Если копилка не пришла, то можно будем рестартить. То, что у него нет возможности потратить все деньги. Очень странным, наверное, на нем будет предмет максимальное хп за количество денег. Ух ты, сейчас сдохнем, походу. Ты выжил каким-то образом. Даже коробку успел забрать. Плюс броня. Хорошо. Урон в ближнем бою. Нет, спасибо. Общий урон. Общий урон выглядит круто. Но я хочу регенерацию. Маленький качок. Плюс 5 макс хп за 9 хп. 3 урона в ближнем бою. Который мне, ну, вообще не нужен, да? Короче, призрачный камень вообще никого не убивает. Прям плохо. О, это, блин, это не нужно брать, это невыгодно. Глаза возьму. Еще глаза. Еще этот поджог. Броня уклон за 8. Заочить глаза не буду, наверное. Мне не хватит. А, охренеть, берсерки не умирают. Как бы горят, но не дохнут. Так, у меня же две змеи теперь, да? То есть огонь будет хорошо так распространяться. Факт, что берсерки не умирают, это, конечно, полный посос. Ау! Я мертв. Я мертв, да. Тоф уже все, да. Ладно. На чем бы еще поиграть? На все... Блин, 12 палок. Хочу 12 палок. Поехали. Скряга. Скрягами мы проходили уже. Не сбор, инженерия. Давай сбор. Палка! Вот это везение! Из материи все купил брата, сижу теперь залипаю. Потому что брата-то офигенная.
Очень крутой рогалик, прям супер круто сделано. Это всего лишь ранний доступ. Мы уже сколько в нем залипаем. Я редко настолько много в ранних доступах залипаю. Рерол. Броня, скорость атаки. Броня. Берем сумку. Реролим палки. Вау! Ёжика взять. Не, ёжика не буду брать. Интересно, у него оружие после шестого на второй, во второй слой как-то пойдут? Типа вокруг еще дальше? То есть они будут дальше бить? Если будут, то это очень круто для палок особенно. Палка только что кританула, кстати. Ну, раз в год и палка стреляет. Скорость атаки шикарно. Палка. Что мы делаем с выживаемостью нашей? Через реген или через вампирку? Скорее всего, через реген. Не хочу ролить, бессмысленно. Сколько? Минус 16%, да? Но при этом палка все равно 24%, потому что флетовые значения сильнее процентных. До сих пор каждая палка будет делать только больше. Не, я думаю, не через вампирку. Вампирка... Они, конечно, довольно быстро бьют. Нет, подожди-ка, 1.12, жесть, скорость атаки палок ужасно. Лучше реген и скорость атаки накачивать себе хоть как-то. Вообще, милишники через регенерацию круче имхо, поэтому... Вау! Ну тут сам бог велел. В ближнем бою... А какой крит шанс у палок? 3%, ясно. Может, все-таки что-то нормальное наролить? Дача, еще реген, скорость. Скорость хорошая штука. Перс, который может носить 12 пушек. Бонус опыта урона в ближнем бою. Блин, минус удачу жалко, но берем. Это чем раньше, тем лучше. Типа черный пояс, почему? Крутая вещь. Для процентного урона мне нужна будет мудрость. В любом случае. Жаль, конечно, удачу потерять, но... Ранее, но... Опыт важнее. Вернем удачу при помощи этого опыта, да? 25 хп еще за счет палок, потому что примитивная 15 макс узен повысила. Вообще, по-хорошему, этот перс должен играть от бонусов вот этих вот, да. Урон в ближнем, вау. Да, берем. 29. Скорость атаки, must have. Броня минус макс АЗ. Блин, это круто, но не за такие дешевые цифры. Палка, еще одна. 30 урона. Короче, если бы еще что-то 6 еще пушек добавить, которые круто будут каких-то статов давать... Треугольник нивелирует дебаф мудрости. Да, треугольник с мудростью вместе хорошо работают. Блин, все-таки он их вокруг себя не во второй волне держит. Это немножко грустно. Я хотел, чтобы он второе кольцо делал оружие. А он, видимо, их просто будет ближе друг к другу держать. Очень легко врагов убиваем. Блин, скорость атаки или скорость бега? Ну, честно говоря, скорость атаки. Вернуть процентного урона, который мы потеряли? Да, наверное.
Ока. Уклонение за минус броню. Экономику бы какую-нибудь. Крит шанс точно нет. Можно палком отталкивания немножко взять. Седьмая волна. Хотя они ваншотают, зачем? Уверен, что тут можно выйти в плюс процент по урону с 12 пушками. Выгодно ли это? А выгодно хотя бы на нуле держать. В плюс нет, но хотя бы не в минус. Потому что если будет минус 100% урона, у нас не будет урона вообще. Так что нет, его надо хотя бы немножко... Хотя бы немножко в плюс вывести. Как мне кажется. Хотя бы 35 урона палками. Уже даже сейчас это... Видите, как много. Мне надо просто в регенерацию выходить сейчас. Не, палками, не. Удача. Ух, скорость. С другой стороны, можно флетом... Не-не-не. Удачу, удачу возвращаем. Берем тебя. Можно взять какой-нибудь папашный. Металлическая пластина, да. Брать ли бесплотное, у которого будет очень маленький урон, который хер кого убьет? Я тоже думаю, что только 12 палок это трата денег. Восьмая волна, кстати. Ой, я элиток ваншотаю. Они даже не успевают до нас долететь. Ладно, успевают, если атака в КД. Нашел. А сумка у меня есть. Прекрасно. Чувствую себя омега сильным с палками. Халявные предметы. Блин, больно. Еще у меня реген даже есть. Небольшой. Та-дам. Металл-детектор. Прекрасно. Поджигающая турель. Почему бы и нет? Правда, у нас минус урон же качается. Инженерию... На инженерию не влияет минус урон. Урон в дальнем, удача, броня. Пора броню возвысить. Выживаемость, это круто. Еще броня, охренеть. У меня софткап брони, ну, как мне кажется. Найс. Че за дерево бегает? Здесь может скорости атаки не хватать. С другой стороны, мы всех ваншотаем. Если не хватает скорости атаки, возьми побольше пушек. Во все руки. Правильно? Ау, больно. Можно мне хп подрегенить, пожалуйста? Можно. Есть. Мины. Почему нет? Инженерию качать не будем. Три брони. Вот сколько они... она сейчас даст. Минус еще 7%. Ну ладно, 10 это еще не софткап. Наверное, заберем. Ножницы, шестерня, шрам. Блин, дальность уменьшать немножко опасно, наверное. Но опыт есть опыт. Инженерия. Палка 2.
Минус 28 опыта, ошибка. Ну, не ошибка, немножко грустно, но у меня появился треугольник. Который, возможно, очень хороший. Итого палки бьют по 43. А это сколько бьет синяя? 58. Ну, тут еще скорость атаки увеличивается аж на 10. Так что потом их, конечно, собирать будет выгодно в более высокие, более дорогостоящие палки. Но, скорее всего, лучше будет выходить в выживаемость. Блин, больно. А сколько я хиляюсь? У меня 6% от макс хп. Это где-то 2-3. 3 выхиливает раз в 5 секунд. Неплохо. Да, скорость атаки здесь восполняет количество ударов. И это здорово. 253 монеты. Блин, единственный урон я потом получал, и уже этот треугольник выглядит не так хорошо. Уклонение бы теперь немножко, чтобы треугольник работал. Блин, 9 макс ОЗ, но это надо брать. Ёжик ради милишного урона, ради за 106 дорого. Еще палка. Уже 10 палок есть. Еще палка. Стоп, ну вначале купон. И вот это взять. 11 палок. Это палковый щит. Пускай только попробуют пробиться. Так, я вижу лут гоблина. Я даже берсерков убиваю очень быстро. Нужна выживаемость. От уклона я бы реально не отказался сейчас, наверное, чтобы этот тетраэдер не уменьшал процент урона или как его там. Треугольник силы. Это треугольник. Почему я его тетраэдером назову? Деревья — это круто. Шрамы — это круто. Урон в ближнем бою — это не очень круто. Сильный урон — регенерация. Регенерация — выживаемость ищем. Блин, ну вот такой вот урон в ближнем бою — это уже хорошо выглядит. Хотя... Не, честно говоря... Рерол. Броня уклон. Да, залочим и то, и то. Первый забег на сбалансированном челе. Я убил босса, который вокруг себя шарики крутит. Балдежно. Че, прям первый забег? Ты прошел игру? Да ты жесткий. Может, стримы насмотрелся? Конечно. Знаешь, че и как здесь делать? Ну, грац. Я на сбалансированном только вот недавно еле-еле выиграл. И то на третьей сложности. Получается, в центре сидеть круче всего, чтобы у всех палок был урон. Скорость атаки бы, блин, поднять еще. У палок очень медленная скорость атаки. Это, наверное, один из самых важных статов мне для урона. Оу, щит, это же диван! Плюс 2 к параметру регенерации за каждый минус 1 скорости у вас. Поехали! Стоим на месте и избиваем всех палками. 37% регенерации, во! Уклончик, наверное, тоже есть смысл подкачать. Блин, может... Ну, это... 16. 2 левелапа.
Можно максимальное хп, либо еще реген. Не. Удачи. Блин, макс... О, плюс макс УЗ. Прекрасно. Палка! Последняя, чат, мы нашли ее. Билд собрался. Я плакаю. Треугольник, руина. Ну, кстати, вот сейчас треугольник, да. Я, видимо, поторопился, взяв его. Он нам может урон до нуля снизить. Если мы будем просто стоять и получать. Нам очень нужна эта мудрость. Да, треугольник только для стрелков. Для милишников точно не брать. Я не знаю, я зря это сделал. Поскольку он по 1 или по 2% за каждый полученный хит? По 2. Жесть, то есть всего лишь 10 хитов и уже минус весь его бонус. Так и до минус 100 можно дойти, да? С учетом того, что я играю на регенерации, я готов получать урон. У меня нет скорости бега. Минус 33. Броня. Честно говоря, у меня вот-вот... Я вот почти уверен в софткапе, ну... Макс УЗ 12. Плюс под 40 регеном. Жесть. Бандана бесполезна. Дальность, скорость атаки, минус кража жизни. Очень нужна скорость атаки, прям. Поехали. Стартовый минус 23, я понял. О, не, оранжевые челы. Нет. Не. Ну, они меня никак не убьют, но урон у меня заберут. И это грустно. Да, треугольник, конечно, посос. Ау, минус 31. Минус 41. Только будет минус 100, это же 0 урона. Это прям пацифист забег. Чего Саю таки нарисовали? Песос на песке. А? Минус 8, еще раз, сколько там? Плюс 2 регена за каждый, ясно. Я не уверен, что я хочу брать баррикаду, честно говоря. У меня и так 40 регена. Больше 50 не работает, поэтому... Кролика возьму. Палка. Синяя. Наверное, надо брать... Хотя... Да нет, урон нужен. 62 и 0,83 вместо 45. Да, надо брать. Объединим и возьмем. Волшебная палочка. Почему не волшебная палка? Сколько урона? Минус 49. Капец.
Ладно, когда-нибудь эти челы исчезнут, я перестану получать урон, так что... Минус 67 сейчас было. Дичь. Тортик. Еще один кролик. Урон в ближнем бою. Скорость атаки. Очень нужна скорость атаки. Прям супер важный стат. Найс. Мудрость. Это очень круто. Удачи тоже, наверное, возьму. Нож. Нет. Крит. Уклон. Нет. Ну, вообще, уклон мне нужен, но, наверное, нет. Да, теперь треугольник. Ну, не то чтобы не страшен, он не так страшен. Он все еще неприятный будет, но... Уже не так критичен. Еще бы вторую мудрость. Ух, нихера себе они быстрые. Я еще и не ваншотаю почему-то. Нет, это не они быстрые, это я медленный. Ай. Неужто ГГ? Ай, да ладно, ну камон, 83 хп, 40% регена, палки. Такой билд был. Жаль. Давай еще. Нет, больше билд на палках не хочу. Кем я хочу поиграть? Я хочу поиграть... Честно говоря, гладиатором. 5 урон в ближнем бою. Плюс 15 скорости атаки за каждое уникальное. Так, ну тут самым уникальным и первым и нужным будет в любом случае призрачный кремень. И поехали. Есть, плюс один скорость атаки набил, найс. Урон в ближнем. Не прям самый нужный для него стат, но... Да. О, кремень второго уровня и топор. Однако... Кританул, ничего себе, удачно по дереву. Ладошки собирал, да собирал, конечно. Так, процентный урон хорошо зайдет. Удачу возвращать, наверное. Не знаю, я, может, забить нахер на удачу. Вот прям вообще. Вы на 30% реже находите предметы, также снижает редкость предмета в магазине. Ну, типа, очень тяжело ее выровнять. Зачем процентный урон взял, если призрачный топор есть? Так, эта хрень вряд ли будет критами кого-то убивать. Уникальные пушки. Чтобы скорость атаки качнуть. Поехали. Лучше бы, наверное, не брал кинжал все-таки этот. С другой стороны, скорость атаки у него своя высокая. Надо было, наверное, топор все-таки первым предметом брать. Скорость атаки всегда более крутой стат, чем...
процентный урон. Эх. Реген. Без критов только мешает набивать статы. Да вот мне тоже так кажется. Блин, это будет минус уникальное оружие. Я думаю, что кофе и челюсть сильнее. У меня минус броня же еще, да, из плохих моментов. Из-за кинжала. Ну, из-за кинжала и топора вместе. Сборку это качается. Цена предметов минус. Почему нет? Блин, ну, видимо, я в реген пойду. На дальнем краже удача, макс хп. Хоть и приходится его потерять чуть-чуть. Блин, взять ли шапку? Нет, наверное. Блин, копье, нож неплохо для... Не, наверное, скип. Скип. Зачем ролем? Разве не сказано, что за два кинжала минус 15% скорости атаки? Нет, там... Уникальное оружие. То есть сейчас у нас 44. У нас 4 уникальных оружия, поэтому плюс 60% скорости атаки. Вот если я возьму второй кинжал, по идее, оно, не, оно перестанет быть уникальным. Ну, не знаю, не, мне почему-то кажется, что я когда брал этого, у меня было несколько одинаковых пушек, оно уже не считалось уникальным. По-моему. Я давно за гладиатора не играл, поэтому уже не помню, но мне почему-то кажется, что было именно так, поэтому я не взял этот кремень. Второй дополнительный. Понение, крит, реген. Давай реген, чё нет. Ну вот смотри, 47, 32, видишь? Так что да, это уже не уникально. В целом в этом и прикол то, что у него мало удачи, а значит игра, ну типа, заставляет тебя собирать много серых оружий, а тебе нельзя много одинаковых серых оружий собирать. Тебе надо иметь уникальные сильные пушки. Броня. Ух, хорошо-то как. Сумка, однозначно. Как тут взять, что ли? Типа, чисто чтобы был. Оп, топор качнулся. Скорость атаки, дальность. Броня, уклон. Не хочу это лучше.
Жилец минус удачи, возможно, стоит качать. Ну да, наверное, надо лочить, согласен. Ой, блин, седьмая волна, да? А надо в настройках включить. Там еще хп над головой ГГшкой можно поставить. Такая довольно полезная штука. Чтобы наверх налево не смотреть, смотреть только в центр. Угу. Ну. Ух, топор как качает хорошо урон. Найс. Ну тут гладиатор, да, ему в любом случае из милишных оружий призрачные самые крутые. Сложно выбрать что-то еще. Крит удар, блин, ну несмотря на то, что синий, я не вижу смысла, ненавижу в криты выходить. Ой, процент урона мы уже качаем тоже сами себе. Процент урона и скорость стаки, наверное, лишние. ХП, что ли, просто взять? Выживаемости, скорость бега. Топор. Это плохо. Можно взять последней пушкой ножницы. Будет два точных оружия. Ну, пока можно, почему нет? Наконец-то скорость атаки 81. Как раз перед еще более крутой волной. Ну и в принципе ножницы неплохая пушка. Чуть подхилит. Че, начинать удачу, что ли, потихоньку собирать, чтобы синие пушки приходили, чтобы я мог их хотя бы до эпиков качнуть. Да блин, больно. Ау! Да достали! Так, блин, и сдохнуть можно! А-а-а, пробегаем через центр. Жесть. Реген урон в дальнем бою, макс хп. Реген надо накачивать при помощи... Ух, топорик примитивный. Надо брать вместо кактуса. Топорик хорош. Или вместо руки уже. Ладошка же бесполезна. Чуть сбора дает. Или сейчас взять маленького качка. Нет, сейчас придется уже топорик брать. Издальность грустно. Зачем грейдить эпики, если мы выяснили... Не, ну, смотри, призрачные, например, по-любому нужно грейдить, потому что иначе призрачными ты не сможешь накачивать все статы. Призрачные пушки прям легендарными должны быть. Что могу сказать? Хорошо идем вроде. ...450 монет. Скорость атаки есть своя, да и качается. Броня и уклонение звучит мощно. Броня. Скорость бега. Это точно нужно. Эпическое дают, берем. Блин, минус 2 урона в милишке, но... Но это выживаемость. Я бы все здесь скупил. Ну и больше ничего бы не покупал. Билд бы тявка маха. 15% урона. Можно было бы оружие переставлять местами, чтобы, например, кинжал слева, топор справа. Ну вот, почему этого нельзя сделать?
Блин, мне нужны флетовые цифры урона. Сейчас. Да, процентные у меня накачиваются, но мне нужны флетовые сейчас. А я их чуть-чуть потерял, взяв шмуп. Смотрите на его лицо, он бежит, орёт. О, попросил урон в ближнем бою флетовый, получил урон в ближнем бою флетовый. Стихийный урон, регенерация, минус скорость. Блин, регенерация клёва, но не со стихийным уроном. Урон в ближнем бою, стихийный, да, да. Копьё можешь взять вместо кактуса? Кактус юзлес. Да лучше уж какую-нибудь синюю пушку, чё мне серое оружие, правильно? Блин, и кактус такой типа, привет, я хочу апнуться. Подкладка, металлодетектор. Не, ну подкладку я здесь вряд ли разыграю. Без свинки копилки, 11-я волна. Максимум 5 хп мне даст, бесполезно. О боже, эти вообще не умирают. Мне кажется, они будут умирать сейчас только от правого верхнего топорика. Самый сильный и самая сильная пушка у меня в арсенале. Сейчас надо этих берсерков держать справа, да? Ну да. Ау. Чё по хп? Бил всех рейнджевиков сейчас хорошо так. Музыка как будто депеш мод. Блин, ну 7 крит удара, ну, я не знаю. Ну, x2 критует, это оружие критует. Ладно, возьму, хотя и не очень нравится идея. Инструмент, зато милишный, 0.85 бьет. Мудрость, ого. И внезапно кинжал вора. Мудрость, это круто. Крутила игра немного урона. Я вот не знаю, мудрость прям предмет без минусов. Я считаю, что вот эти минус 20 стартового, которые, однако, вырастает в плюс 40 в сумме, это один из самых юзабельных предметов вообще на всех персонажах, кроме пацифистов. Куда 51 хп? Да хрен его знает. Шмупами набили всякими. Примитивные пушки чуть-чуть дают. Реген 4%. Найс. Так, кинжал вора берем. И, наверное, я бы кулак взял вместо дубины. Хотя дубина примитивная закрывает. Рукопашного не будет. 3 макс хп. Не-не-не, бесполезно. А, я только сейчас заметил мастерство. Вау. Можно закрепить когтянку. Ну, наверное, вряд ли. Ножа крит шанс 40. Ну, неплохо, но... На боссе плюс от мудрости еще больше. Да, там вообще до 60% можно докачать.
Мне бы тяжелое оружие какие-нибудь. Я меч хочу двуручный. Вместо ножниц. Меч, молот там. Вот это вот все. Вместо ножниц, вместо кактуса. Блюп, блюп. Такой приятный звук, когда накачиваются статы. Ой-ой, самая проблема. Регеним по 10, кстати, регеним. Я сейчас так и сдохнуть могу. Бывает. Фрукты не регенят, поэтому на фрукты похер. Скорость бега инженерия. Давай скорость возьмем. Копье, найс, найс, найс. Есть дисковая пила, она будет довольно быстро воровать жизнь. Острая медицинская. Нет смысла в генераторе, у меня процент накачивается при помощи мудрости. Ой, 49 урона, или... Или реально еще и медицинская взять. Плюс один реген будет... Как примитивная, макс хп немножко добавит. Продать кинжал и взять и то, и то. Зачем мне реген с пилы? Блин, да она бьет с 0.36 скоростью, охренеть. В миллион раз круче ножниц, да? Наверное, не буду пока копье покупать. С другой стороны, копье крутое, но... Не, нафиг. Скорость атаки, крит, дальность, но минус реген. Ну, я не хочу реген терять. 2% всего. Скорость атаки, крит и дальность — это сильно. Копье must have, мне тоже кажется, что копье сильно. Надо было его вместо ножниц все-таки взять. Блин, с другой стороны, скорость атаки, крит. Дальность еще прикольно. Ну, не, наверное, рерол. Плащ. Кража жизни, уклонение 20. Минус урон в ближнем. Вау. Как он вообще, как... Как мне вообще настолько повезло, что оно выпало? 20 уклона, жесть. Я бы свою дальность чуть-чуть бы качнул, конечно. Честно говоря, у меня такое чувство, что кремний и топор качают максимум там один стат за битву. Если вообще качают. Может нет, может больше. Может я и не прав. Фрукты, которые всего по 2 хиляют, конечно, отстой. Ну, по звуку слышно, да. По 400-то где-то. 5% кражи жизни, блин. Я хочу дальность немножко вернуть. И урон, естественно. 30 уклонения, тоже неплохо. Какая сложность максимальная? Сейчас пытаюсь всеми на максималке проходить. 70 уклона было бы неплохо, конечно. Но в целом лучше на хп и регене играть. Потом бы поменять под конец игры призрачные на что-нибудь полезное, да? Тоже потому что, ну, уже, ну, вообще не идет.
коробка, крут. В самом-самом последнем закупе бы. Тележка, сбор минус броня. 44 можно разобрать. Ну, так она принесет. Блин, у меня брони вообще мало. Честно говоря, с таким количеством брони. Кража жизни. 3. Ладно. О, меч! Меч вообще супер пушка. Продолжаем копить на знамя и мастерство, думаю, да. Да. Вот здесь сейчас бронированные эти мощные придут. Если я с ними не справлюсь, то я, может быть, умру. Вроде бы не уверен. Конечно, нет. Ауч! Это что за урон был? И от кого? Мне брони очень мало. Мне нужна броня. Минимум 10. Сейчас буду пытаться на левелапах, наверное, броню ролить. Дальность 60, что? Взять, не взять. Для милишки дальность так себе, но в то же время... Кражу жизни еще, кринж. Блин, ладно, возьму, если честно, звучит неплохо. Очень много, да, типа, круто, круто. Пускай летит дальше. Да, чуть скорость атаки уменьшится, но... Сейчас бронированные. Да, вот они. Скоростные берсерки. Семнадцатая волна. Очень страшная волна. Очень страшная. Гига страшная. Я чё-то вошёл не туда! Помогите! Броня. Хотел броню, нашел броню. Фрукты больше восстанавливают. Вряд ли. Хотя... Удачи-то нет ради для фруктов, поэтому... Видимо, придется так выживать. Сколько еще урон? 24. Это даже под мудростью. Скорость атаки 112. Цифры-то крутые. Накопились за счет кремния и топора. Что? Два хита на 26. Это что меня? Это вот эти вот мелкие так тыкнули? Жесть просто. Окей. Че, кого-нибудь из собирателей? Давайте исследователя, может, побегаем. Деревья поломаем. Берем просто шокер и поехали.
пистолет лучше было взять. Да, сейчас бы сбор минусовать. Круто. Ну, пришлось. Кек. Я подумал насчет, типа, немножко этого стихийного урона добавить. Привет, по твоему мнению, какие статы в игре ОП? Броня. Самый нужный стат. Персонажи без брони — это полная дичь. Ну, вампирка под ППшками вообще топ, конечно же. Урон дальним стихийный, да. Регенерация. Нет, скорость. Ладно, регенерация пригодится. Ладошка. Надо искать предмет, который... Ладно. Который ладошка. Который с сумок дает плюс... С этих, с коробок дает деньги. Сумка вообще первый главный итем собирателя. Призрак с минус 100 брони передает привет. Да, призрак... Ну, типа... Ну, он немножко особенный в этом плане, но все равно, бах. Кераси, тут деревьев наспавнилось. Ладно, уклонение сбор, да. Турель, а пускай будет. Урон в мили. Я чё, лох, что ли? Милишкой драться. Я собиратель. Скорость. Сбор. Змея. Да нет, наверное. Регенерация минус кража, да? Ладошки. Кофе, призрак. Все говно. Скорость бега бы откуда-нибудь взять бы. Да. Может, зря не взял змею. Да блин, врагов-то убивать не нужно. Опыт-то с материалов дается. О, да, свиночка. Свин-очка. Прекрасно. Макс ХП. Скорость бега. Еще ладошки, шокеры. Ну, шокер всего один нужен, поэтому... блин, лучше бы на копилке, наверное, посидел на самом деле. Насколько сильным, думаешь, был бы предмет, увеличивающий дальность обзора? Хороший предмет бы, кстати, был. Не сильный, не суперсильный, но хороший. Я бы от такого не отказался. Ну все, меня сейчас убьют, походу. Враги быстрые, я нет. Вроде как шокер Т3, но... Делает ли он хоть что-то? Не успел добить еще одно дерево. Блин, можно скорость бега, пожалуйста? Лишним, ладно, реген возьму, зря реролил.
Сейчас бы предметы на хп от максимального, от количества ресурсов. Ну не, меня сейчас вот эти вот, походу, загрызут. Да может нет, не знаю. Ура, коробка. Ура, две коробки. О, хп с расходников, да-да-да-да-да. Минус броня, скорость атаки, дальность. Фу, говно полное. Дача дальности. Давай дачу возьму. Колбаса, может поподжигать их, блин. Знаете что, я, наверное, даже возьму ее. Коробки бы какие-нибудь взять. Скорость бега, скорость бега. Шапка, урон, факел, все это посос. Поехали. Очень нужна скорость бега, прям вот очень нужна скорость бега. Да, да, давай, блин, сдохнем от обычных мобов. Ягоду не взял еще. Почему все так грустно? Помогите. Жив. Не знаю как, но жив. Шапку с винтом не брать, от которой... О, боже мой! Разобрать, не нужны мне Максу, Макс враги. Дай скорость бега! Тут дамажить нечем, так мы, нам и не нужно дамажить. У нас урон минус 50%. Нам надо выживать. Еще деревья. Пон. Обезьяна при сборе материала, основные здоровья. Давайте возьмем, наверное. Ладошка. Ну давай ладошку. Я помню про копилку. Я помню про нее. Но мне нужно чуть-чуть усилиться. Я вижу, насколько я слабый. Свистбилд, а в чем фишка? Ну, фишка в том, чтобы бегать и собирать деревья, и все. Хей, комрад, спасибо за ставку. Ну, anyway. Приятно, спасибо. Не, ну, с количеством... А можно не ваншотать, пожалуйста, что? Жесть. Интеграл, спасибо. Спасибо большое за 4-й месяц. Рукопашкой, что ли, побегать, подраться. Гудрочуна. Вот я тоже смотрю на него и думаю. Поехали кулаками херачить. Крит у него потому что нет, здесь уклонение. А, просто сам по себе крит шанс кулака, да нет, тоже не дается, только уклон. А почему, почему сказали, что он через криты? Мутант бог, не знаю насчет мутанта. Вообще его пока не понял. 50% стоимости, это вообще какая-то дичь. Как у него плюс скорость атаки, плюс 75, урон в ближнем, плюс 5. Но ему все равно флэт-цифры нужны. Очень нужны. Ох, сразу кулак пришел. Зачем вообще не понравился? Я прошел, но это прям тяжко было. Типа, ну это, криты надо, есть смысл собирать, только если придет штука, которая дает шанс этих скритов. О, ну и если вот такая штука придет. Шанс скритов получить больше денег. Так.
Типа, какой у него может быть билд, кроме как 6 кулаков? Никакого, да? Клон надо ему накачивать еще. Знаете, я возьму эту дальность. Пламенные кулаки. Да ну, ну типа, ну да, но это все еще 6 кулаков. Точка. Когтянка. Кулак, нихера себе. Окей. Полбилда есть. Жахнул крита. Да при чем здесь, типа, ну, понятно, что на ножах. Поэтому нам и дали доп деньги за ножи. Но я уже прошел за этого чела с ножами. Поэтому это уже не столь важно. Блин, чуть-чуть не достали. Броня обязательно. Скорость обязательно. Макс за урон в ближнем бою обязательно. И я все еще не могу, блин, гребаную когтянку взять. На скряге билд на ножах. Вот такое. О, здрасте, мистер Вуд Гоблин. Ха, вполне. Урон в ближнем плюс 2, да. Инженерия, дальний, макс хп, макс хп. Дерево, залочить нет. Не, наверное, ничего не буду лочить. Минус 50 урона дальность, минус дальность. Серкен, кстати, выглядит не так уж плохо, но нет. Блин, серьезно, вошел в них, потому что надо было бежать вперед. Не смог, блин, добить. Очень много на этом уровне накопил. Ух, две брони, круто, круто, круто. Ладонь, кулак, кулак. А, ну, ладони не берем. Кулак, кулак и макс ОЗ урон в ближнем бою. У них чуть-чуть скорость атаки растет. Очень мало. Скейл не растет, только флетовый урон. Боже мой. Да, собирать кулаки в синие кулаки не так-то и выгодно. Без них потом элиток не убивать. Не убивать нечем. Типа на самом деле, вместо того, чтобы покупать синий кулак, лучше для фулл серых кулаков докупить предмет на флетовый урон. Или даже на процентный урон, потому что флетовый у нас уже дофига. Мне кажется, что сбор кулаков — это байты, они должны оставаться комонками. Не знаю. Реген, скорость атаки. Скорость у нас плюс 75, но скорость атаки — это всегда хорошо, но реген — это наше будущее. Да? Какое это? Урон 12%, да. Да-да-да-да-да, минус дальность. Росни с минус дальностью. За 50-60 серый кулак с синим звучит. Ну, да даже за 30, еще более-менее. А вот синий в эпике превращать уже перебор, наверное. Перебор.
хорошо идем, очень много экономики, ну, то есть... Наносим много, инженерия 8%. Процентный урон звучит неплохо. По боксам, макс хп. Тортик, ладно, возьмем. Кража жизни точно не наш вариант. Кожаный жилет. Очень нужно. Урон минус дальность. Наверное, нет. Восьмая волна, сейчас на девятой будут деньги. Надо 70 уклона искать. Больно, блин. Ау. Ау. Меня сейчас одна элитка убьет, не? Мне для них, блин, очень близко подходить надо. Вот гоблин. Добьем, не добьем. Не знаю. Попробуем, да, вроде убиваем. Да, дальности сбора. Ха-ха! Как же эта свинка приходит просто вот. Прям к девятой волне, прям. Поехали, экономим. Да, выживаемость нужна. 18 хп всего. Уклонение нужно, хп, броня. Сколько у меня брони? 5. Ну ладно, броня еще куда не шло, а вот всякие уклоны бы набрать. А, больно, больно, больно. Не-не-не, только вот не умирать, ну пожалуйста, ну свинка же, уклонение сработало. Фрукт. Фу, реген, урон в ближнем, блин, урон в ближнем сильно, броня сильно. Вроде всех более-менее убиваем. Броню, наверное, возьму. И сразу же макс хп. Боже, как повезло-то. Может, нож? Не. Я думаю, что сейчас можно пожить на том, что нам пришло. Хп, вот это вот все. Пускай свинья приносит свою экономику. Возможно ли вообще две свинки-копилки найти? А то хотелось бы попробовать. Будет очень круто, если жилет придет, который дает хп от, материалов. И все, я просто выйду в максимум хп в жилет и буду сидеть экономить, копить. Наверное. Чё-то больно. Ну нет, ну живи, ну. Чё, у нас кряги находил, 150к заран накопил, плюс 1000 урона, жесть. Может, уклонение, а не скорость атаки? Эти уклонения качнем, 42%. Пламенный фест. 33 урон, 0.59 скорости атаки. Он примерно такой же, только дорогой. Поджог ближайшего, наверное, не хочу брать.
Рерол, магия пришельцев. Я залочу, но брать пока не буду. Макс ХП, реген, пускай деньги копятся чуть-чуть. Не знаю, пламенный фист. Ну, давайте сравним с обычным. И там, и там 33, просто этот поджигает на 10x5. И все как бы. Даже такие цифры поджога, наверное, неплохо, потому что у нас есть проблемы с жирными монстрами. Там это вот гоблин бегает. Я сейчас меня зажмут, и я сдохну. Я убил вот гоблина в итоге или нет? Да, вроде коробка есть. Нет, только не ваншотаться. Да, белый флаг, спасибо. Регенерация или урон? О, щит. Слишком мало максимального хп, чтобы регенерация была полезной. С другой стороны, я же беру... О, вот он, охотничий трофей. Ну, какие нахрен криты? 10% шанс. Эх. Дальность сбора, сбор на минус уклонение. Нет, мы берем вот это. А вот и подкладка. О, боже мой, мы ее нашли. Попробуем. Все в хп. И деньги. И просто копим. На свинке. Регена уже немножко есть. А значит, что есть выживаемость. Уклонение есть. Сплав минус миссанул. Да не буду я сплав брать. Там рейндж урона он качает. 3 мили урона. 3 рейндж урона. И что-то еще говно какое-то. Я даже мелких мобов не убиваю синим кулаком. Чего? Что ж там про берсерка говорить, да? Рубашка, кстати, выглядит неплохо. Берем это сразу плюс 7 хп. И больше не берем ничего. Просто скип, и хп не увеличилось почему-то. Хотя стало 800 денег. Свинка-то работает. Мне нужен грустный помидор для регена. Короче, дамага вообще нет. Я не знаю, сколько флетового или процентного урона мне надо, чтобы носить дамаг. Может быть, мне нужен какая-нибудь мудрость. Мне грустно, конечно, не быть скрягой, когда у тебя... Вот это вот все. Кстати, максимальный хп прям даже в битве растет за каждые 100, да, по-моему? Это очень здорово. Крит, реген, скорость атаки, реген. Сейчас у меня будет много хп. Ну, кулак один я еще возьму. Урон в ближнем бою плюс 3 опыт. Нет, наверное, нет, скип. И это тоже. Типа, можно взять, но... 45. А почему, типа... КП не пришло от свинки с этой штуки, а? А, во, пришло, качнулось. Я ищу сейчас только выживаемость.
Так, только материал подбираю, оно засчитывает. Сейчас же ищу 50% хп регена и 100 хп. И броню. Сколько брони? 8. И уклон, конечно же. И играю просто в выживателя, а не в кулачных дел мастера, блин. А у меня сейчас сдохну на этой волне. Не, почти выжил. Тысяча 400. Пошел нахер, Боб. Уклонение плюс 8. Оу, щит берем. Лочим, копим дальше. 70 уклонения, там максимум хп, вот это все, регены. Да какого... Сейчас на одних уклонах живу, по-моему. Уже, так что не зря фишку взял. Не, ну кто-то из врагов все-таки умирает, так что деньги еще и в самой... В самой битве тоже по чуть-чуть копятся. Коробки, коробки, ура. Хочу сейчас какого-нибудь, не знаю, мамонта. Я как только вижу, вот это мне. Скорость бега, кстати, очень надо. Мед, турель, это деньги. Урон в ближнем, реген, сбор, реген. 10%. Вот он, помидор, да, он пришел, отлично. Поехали. 49 хп и 20% хп регена. Также до хера уклона и это. Пробовать пробиться этих, побить, не? Блин, мне кажется, здесь руки отталкивающие лучше бы были, чем кулаки. Там все скорости накачали. У меня нету скорости. 5 секунд, я понял. 1800 урон в ближнем бою. Блин, можешь залочить? Да не, вряд ли. Не-не-не, только выживаемость. Предлагаю один ролл. Металлодетектор. Бесполезно. Материалы с ящика. Ну, типа... Нет. Вперед. Еще больше хп. Сколько уже по 400 сейчас приносит свинка? Но, честно говоря, я чувствую себя очень слабым. Ну, отбиваюсь от них кое-как, но, блин. О, ну, они вошли в нас. Только кулаки направляются в другую сторону, до меня добегают эти берсерки, которые делают мне очень больно. О, самая сложная волна, наверное, для меня из-за берсерков. Жить. Вроде выжил. Хорошо. Сбор плюс 10. Круто под конец игры. Очень круто. Скорость атаки. Так отталкивать будем быстрее. Ну ладно, возьму. Регенерация плюс 2 надо брать. Мир
Ладошки, урон, крит, кастет. Максуза, реген. Блин. Ладно, копим еще 2300. А, все, я вот на этих, скорее всего, сдохну. Я не представляю, что с ними делать. Да, 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 это смерть. Вообще, по 21 кусают. Да какого хера? Какая 18-я волна? Да, драчун на хп регениями. Хочешь мем года, на ракетницу работает бандана, которая пробивку дает, серьезно? Ладно, давайте мага. Я на маге еще давно не играл. Берем ппшку или дробовик? Ппшку. Попробуем им пятерку пройти. Такой себе маг получается, да, с ппшкой и дробовиком. Меня немного удивляет то, как это здесь работает. Типа... Казалось бы, маг должен там с волшебными палочками ходить, а на самом деле всякие волшебные палочки созданы вот не для мага. Макс АЗ за 15 всего взять плюс 3. Можно. Больше врагов, больше денег. Да, поехали. Бля, у него в голове этот... Просто пули не от пороха, а от магии. Дерево я не успею сломать. А чё, вообще нихера не накопил? Хоть не сдох. 6 уклона есть, 6 уклона. Одну ппшку взять. Кофе. Токсичная жижа. А чё я никого не убил? Как так-то? Где деньги? Почему один хп? А там я брал этот. Плюс 3 макс здоровья. У вас один хп. Может дерево поджечь там, не? Урон один, ну это понятно. Может кражу жизни? Не. Кстати, за скорость стихийка. Стихийка. Тебя и тебя. Да, я маг с двумя пулеметами. Кринж. Змеюка срочно нужна. Самый профит с палочками и шокер. Попробуй. Хорошо, как скажешь. Я уже играл магом с палочкой и решил, что пулемет первой пушкой сильнее. Типа, рили? Деревья за один удар для мага топ. Да, этому Гарри Поттеру вместо приглашения в Хогвартс повестка пришла. Пара ПП в руки. Эй,
Инженерия Максу З. Удача. Удачу возьмем. 30 скорость стихийный, стихийный урон. Сколько уже горения? 17 x3 наносит. Бля, двустволку брать, что ли? Не, ну уже кринж, столько пушек. Не помню, это челлендж? Нет, это нормальный геймплей на маге. Здесь надо змейку найти срочно, чтобы распространение горения было. Без змейки очень тяжело, и этот тоже хорошо бы зашел. Колбаса. Да, прикол мага в том, что он сам умеет поджигать врагов. Поэтому ему не нужны оружия, которые поджигают врагов. Распространение встроенное, но нужно больше. Ох, как хочется-то. Седьмая волна, не, вряд ли. ТФТ, ой, не, ведь поздно уже, я скоро заканчивать собираюсь. Блин, игра троллит просто. Ладно, ладно, я возьму еще раз. Сжигающая турель. Пустволк. Ну, чтобы разные пули в разных врагов стреляли. Будет выгоднее всего. Очень нужна змейка. Нужно, чтобы они распространялись по нескольку врагов, а не по одному. Горение. В этой игре он вряд ли преуспеет. Помогите ему кто-нибудь. Бля, чел, ты вот серьезно не понимаешь просто. Ты просто не понимаешь. И несешь свое непонимание в чат. Ты же... Максу за броня, да. Сюрикен будет поджигать нескольких? Да, конечно, будет, но... ППшки, дробовики самый топ для поджога. Я не понимаю, кто за мага прошел 5 уровней. Слушай, ты молодец, но это не значит, что твой билд на заточках и волшебных палочках на маге самый сильный. Нет, я не говорю, что ПП билд тоже хорош, просто мне не везет, что идут одни ППшки. Я хотел ППшку взять первой пушкой, потому что не хотел брать палочку. Так вышло, что пришло 4 ППшки и пришлось их брать. А еще не пришло этой змейки, которая вот в данном билде очень сильно нужна. Дробовик еще хорош тем, что врагов пробивает. ППшки нет. Урон. Ну, общий урон для горения нормально сойдет. Да, он работает. Можно отталкивание взять под наш ПП-билд. Минус 100% стрелкового оружия. Я знаю, что у меня минус 100% от... Ну, пламенный фист наносит 32 урона x6, то есть 150. Им можно или так выбивать. Им можно убивать элиток. Интересно, а наверняка же кибершар тоже умеет поджигать. Блин, ладно, я попробую его взять, этот фист.
Знаешь, когда приходит чел, рассказывает, как тебе играть, вообще офигенно просто. Ну ладно, это не переживем, потому что реально ни одной пушки не пришло. Заточка нужна была хотя бы одна. Ну типа 4 ппшки это ребор. Нет, не заточка, еще опять же эти нужны. Змейки, змейки. Повторю забег. Тут еще и минус скорость бега, кстати, тоже нам лицо поломало немножечко. Ну еще единственная проблема то, что да, ППшки не стихийка, и они не дают увеличенный стихийный урон. Ну, это и не хватило. Змейки. О, крас жизни, инженерия, процентный урон. Давай процентный урон просто возьму. Бонусный опыт. А чё бы и нет. Пистолет, еще ПП. О, палочка и ПП. Просто вторую не бери, это ловушка. Да, мне, наверное, одной хватит, а потом миниган еще возьмем, может быть, посмотрим, не знаю. Да, вторая ловушка, а вот палочку я возьму, поехали. Второй волне прям чуть не хватает шанса наложения горения. Стихийный урон отлично, палочка отлично. Скип. Все, теперь более-менее неплохо. Палочка хотя бы 100% шанс горения. Был бы у меня, кстати, там кулак, мы бы... Вообще у кулака тоже урон один. Ладно, может ранняя палочка и лучше ППшки, не уверен. Скорее всего лучше. Можно сразу объединить, бесполезно. Это типа немного скорости, это там в основном скейл увеличивается, все остальное, а это не очень нужно. Ой, скорость атаки для накладывания горения не очень нужна. Минус стихийный урон я брать явно не хочу. Еще одна ППшка. Не, это байт. Это байт. О, колбаса, вот под ППшки, вот еще что нужно. Кстати, шокер неплохая пушка. Она же стихийная, да? Да, она стихийная, плюс один стихийного урона. Сама хочет построить билд на ПП, да. В этот раз да. Ох. У нас есть плюс удача, я могу рерольнуть. Блин, серьезно. Он стихийный возьму. Инженерия плюс удача, дальность, скорость. Блин, скорость бега, наверное, бахнул. Дальность, скорость атаки минус кража жизни. Нюп, колбасу берем. 14x3 с 25% шанса. Точно такой же, как у самого мага. Шанс абсолютно один в один. Дробаш тоже хорош был бы, потому что пробивает врагов. Это круто. Получается, в мага встроена колбаса. Получается, что так. Блин, минус один брони немножко грустно.
Сбор я брать не хочу. Крит, нет. Рун в ближнем, блин, ну и посос. Скорее всего, я буду через регион играть в ИСе. Пливный бак, херася. Однако. Двустволочку взять было бы прикольно. Еще шокер, покачать его. А, так тут еще и заточка. Стихийный урон. Не покачать, а взять дополнительный. ХП очень мало, прям. Типа, да, у мага ранний урон хороший. Поэтому выживаемость ему, ну, не прям сильно нужна, но могут быть проблемы. Сет ступающий по лаве норм на мага. Чё-то вообще поджечь, не успеваем, а чё по ХП? Глаза пришельца. Ну, вообще такси. Ну, тоже же поджигать, скорее всего, будут. Блин, я лучше макс ХП возьму сейчас. Еще топливный бак, игра, ты меня... Ты меня прям троллишь. Сточка очень хорошо будет в миле дефать, прям. Может быть, сейчас этот билд и закончится. Не, вроде пока живем. О-хо-хо-хо-хо! Глазная хирургия, хера себе. А, уклонение. Мне бы брони чуть-чуть, да? Скорость. Кража жизни. Хиров. Блин, мало на макс ХП, наверное, возьму. Нужен маг на шипастых дубинках, чтобы каждая иголочка поджигала. Пог! Честно, язык брать не хочу. Донорство опять. Донорство. Ладонь, сломанная челюсть, регенерация. Челюсть возьму. Не очень ХП нужно, блин. Ладонь, на самом деле, накладывающая горение, отталкивающая врагов, звучит тоже неплохо. Нет, конечно. Она 8. А я в этой катке взял урон от удачи, не в этот. Который тоже рандомно бы накладывал. Блин, змеюки очень нужны змеюки. Змеюк прям не хватает. Блин, взял, напоролся прям на выстрел. Смог. Это лопается. О-о-о-о-о, сумка, сумка. Сюда. Что эти змеи делают? Распространяют урон. Ух ты, ух ты, еще 9 хп, да. Брать ли купон? 30, 200, 100, нет, 130, и это получается 60. Минус 10, 5%, 10, 17. Хочу взять купон. Наверное, так, и статуэтка треугольник. Треугольник хорош для мага на самом деле. По факту, 20% урона, который в этот в стихийный тоже будет скейлиться.
Один брони. Да, я возьму треугольник. Ну, поехали. Надеюсь, с 5 пушками эту волну нормально зачистим на денежке. Ну, вообще, не очень быстро. А, еще чуть не сдох. Там вот гоблин, но мы его подожгли, значит он скорее всего сдохнет. Вот гоблин, стой, ты чё это еще не сдох-то? О, сдох, отлично, молодец. Не, хорошо прошли. Ай, да иди ты! Девятая волна. Донорство крови, пошел нахер. 10% урона за каждую скорость. Но это я возьму, я постараюсь скорость накачать. Процент уклона неплохо. Разрывная турель. Тоже будет стрелять и... Нет, треугольник в данной ситуации точно не руина. Минус урон дальним. Восстановление здоровья от материалов. Возьму еще одну ППшку, наверное. У нас же есть колбаса в этой катке, да, значит еще одна ППшка не так уж и плохо. Думаю, последний забег на сегодня, уже реально подустал. Боже, 14 урона. КП пока восстанавливаем чисто сбором материалов в основном. Остальное как-то ну очень так себе работает. Палки не идут. Эй, черт с ними. Турель пускай накладывает. Инженерия, урон общий. Так, 25 уже есть. Броню подрегенить. Хочу броню подрегенить. Пустовочка. Маг на 4 ладошках и 2 миниганах. Тут проблема еще то, что стихийного урона будет не очень много из-за того, что немного этого берешь. Может, двустволку вместо одного шокера? Шокер бьет по 40 раз в минуту. Двустволка будет пробивать 2 четырьмя пулями и накладывать 35 на 3, то есть 90 урона. Ну, здесь плюс 1 стихийный урон, немножко сбора. Не, нафиг. О, кинжал. Урон врагу, кстати, кибершар надо взять. Я, наверное, скорость атаки немножко даже возьму. Шокер замедляет, да. Кибершар тоже должен накладывать горение, по идее. Абсолютно рандомному врагу на карте, а значит, надо его взять. Там же нанесение урона. Ну, вообще написано атаки. Ну, я не знаю, может и не накладывает. Надо думать, чем выживать 20-ю волну. А, ну да, мне бы эту выжить. Спасибо. От чего я сдох? Ой, ладно, все. Не хочу. Устал. Да, пойдем отдыхать. Хорошо, сегодня побегали. Часов. Да, 6 часов, брата, ты так-то. А че, кем я сегодня прошел? Я сегодня прошел психом.
И прошел сбалансированным, но не пятую сложность. Или может быть быстрый забег на легкой сложности за кого-нибудь, за кого не очень хочется играть просто так. Давайте вот так вот, сбор. Типа... Давайте фермером пройдем. Цены растут быстрее. Ну типа вообще первую сложность пройдем и все. Вау. Надо было все-таки ладошку взять для этого сбора, хотя... Счастливый фермер. Сбор плюс 5. Прекрасно. Скорость бега. Вначале неплохо. Хотя надо было, наверное, оранжевый урон взять. Еще сбор. Еще двухстволочка. Сумочка. Прекрасно просто. Два дробовика. Вот он, фермер. Защищает свои владения. За пацифиста я уже проходил. Мне нужно проходить разными персонажами для того, чтобы открывать новые анлоки. Вау, как повезло, что с дерева сумка выпала. Карандаш инженерия плюс 2. Ну ладно, может я в инженера выйду, а то урон я себе уменьшил. Кстати, у фермера все модификации урона минус 25, а вот инженерия нет. На инженерию не влияет. Удача. Еще двустволка, да что ж. Типа, окей. ДПЗ с расходников можно? Как же эта рубашка все идет и идет. Дробовика сейчас меньше, наверное, да, 2, если вместо 3 бьет. Вот он, фермер. Свою дочку в обиду не даст. Удача сойдет. Сбор. О, меньше урона при пробивании теряется. Must have. Для дробовик билда. Нужно немножко оранжевый урон найти где-то сейчас. Иначе дамагащи не будет. А у него же с врагов меньше выпадает материалов на 50. Зачем я тогда играю от урона? Ну чё, сбор тащит. Так, макс АЗ. Дальность, скорость атаки, минус кража жизни. Дальность на дробовике что-то не очень хочется, если честно. Кибершар. Блин, вот эти штуки в основном только на... Да блин, что это за жесть? Больше деревьев, хорошо. Тем более у меня уже есть сумка. Выживаемость возьмем. Блин, нужен ренджовый урон. Он у меня откуда-то минус. Минус... А, у меня минус общий процент. А, да, у меня дружелюбная пчелка. Блин.
Это довольно забавно, что я все-таки лутаю какие-то материалы. Макс уже остается один на следующей волне. Мне хиляться-то нечем, фрукты найти. А, давай. Е-е, 9 макс хп. Когда оно будет один. Давай фруктиков, удача-то есть вроде бы. У меня мертв. Нет. Пока что нет. Ладно. Уклонение. Да. Урон скорости атаки. Нет. Хотя. 7% урона. 6. Дробовики все еще по 2 бьют. Что-то я все закрепил. Мужика затащил, ага. Какая-то дичь, если честно. Там, блин, из-за телеги опять минус броня будет. Все-таки надо было рубашку фермера брать. Дровосека. Игра, блин, столько раз ее предлагала, и я такой, да не, зачем? Сам сломаю, а тут урона вообще ноль. Ну, в принципе, сломал. О, броня вернулась, это хорошо. Урон в дальнем бою. Я вот хотел чуть-чуть вернуть его, чтобы они хотя бы по 3 стреляли. Плазменная кувалда. Why not? Давай! Сейчас как раз перед 9-й волной либо кувалда, либо дробаш еще. Чтобы был урон на все это дело. А да, если повезет и хватит сбора, то и то, и то. 116, ну так. Блин, элитку я, по-моему, ни одну убить не могу. Шесть дробовиков вермера, это, конечно. Инженерия, скорость, реген, урон в дальнем. Урон не хочу качать. Скорость атаки, наверное, да. Еще двухстволки, да что ж такое? Не могу, блин, этот купить. Надо было все-таки ренжовый урон брать плюс 3. Для дробовиков это очень хороший бонус в уроне. Я говорю, фермер прямо из американских фильмов. Дефает свою дочку, как в Евротуре.
кстати, я на этой волне 400 заработал. Это значит, что я довольно много врагов убил. Смотри ВК. Ща я, минуту, что такое? А, закинуть? Мне нравится. Че, добавить прям сейчас? Давай добавлю. Блин, а вместо чего? Гджиф мод. Чатик, у нас сейчас новый мод будет. Я понимаю, что сабов нет почти. Про Пэтэм бы, да, наверное, Пэт надо убирать. Так, партнеры, смайлики. Тейлран, Пэт Хай, да, походу Пэт надо убирать. Блин, есть же где-то статистика, аналитика по смайликам. Ну, кстати, Пет довольно юзабель, юзаются хорошо. Ну, хай больше всего, лики хорошо, раны и офигеть как много. Значит, самый юзабельный это хвост. Не, ну вообще 300 юзов, 16 уникальных пользователей. Ну, Пет в БТТВ, наверное, надо добавлять. Звездочки как? Звездочки прикольно выглядят. Хвост убегает. Ладно, видимо, Пет все-таки. Удалить из блока. Добавить. Эмотиконс. Гджиф. Как D написать или как Dance? Ну, наверное, Dance. Самое логичное. Загрузить. Руки не очень видно в маленьком варианте из-за волос. Но в целом по скорости, по-моему, прикольно. Чат, оно обновили страницу и начали спамить Тян Дэнс. О, сапки есть. Стихийный урон я явно качать не хочу. Блин, чё мне хиляться вообще? Я не знаю. Ищу броню. Кувалда! А, не могу взять. Надо объединять. Свинку взять. ХП не буду брать. Пускай свинка работает. Он фермер с дробовиками и кувалдой. Кувалда скелится от атаки этого и огня. Шанс взорваться при попадании. Вау, хорошая, кстати. А чё у меня дальность такая большая? 60. А, потому что у меня 5 дробовиков. Да. Любое эпическое оружие хорошо, потому что класс-то экономический. Удивительно, что я вообще врагов убиваю. Так-то. И живу. 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 Нет, не живу. Блин. Сайтама вылезает твой из БТТВ. А, Волкек. Ну да. Надо менять БТТВ название. Да, но это был кринж на самом деле с этими дробовиками.
Ладно, все, хватит. Блин, тяжело, конечно, за всех их попроходить. Тяжело, не справляемся, не справляемся.